Проказница мартышка, осел, козел, да косолапый мишка затеяли сыграть квартет. Достали нот баса айта, две скрипки и сели на лужок под липки. Приняв своим искусством свет, ударили в смычки. Дерут-то толку нет. «Стой, братец, стой!» — кричит мартышка, «погодите!» «Как музыке идти, вы ведь не так сидите!» «Ты с баса, Мишенька, садись около альта, я прямо сяду против торы!» «Тогда пойдет уж музыка, не та, у нас запляшет лес и горы!» Расселись, начали квартет. «Постойте, я сыскал секрет!» Кричит осел, мы верно уж поладим, коль рядом сядем. Послушались осла, уселись чинно в ряд, а все-таки квартет не идет на лад. Пуще прежнего пошли у них споры и разборы, кому и как сидеть. Получила соловью на шум их прилететь. Тут с просьбой всякому, чтоб их решать сомнения. Пожалуй, говорят, возьми на час терпения, чтоб квартет в порядок наш привести. И ноты есть у нас, и инструменты есть. Скажи лишь только, как нам сесть. Чтоб музыкантом стать, так надо умением. И уши ваших понежней, им отвечает соловей. Вы, друзья, как не садитесь, вы все в музыкантах не годитесь.